Ну все, продолжаем. Где мы там Грааль-то нашли? Ой. А его тут нет. Ладно. Хотя нет. Во-первых, назад среднюю поставлю графику. Зря я поставил максималки. Точно, я же игру переспустил, поэтому Грааля на старом месте нету. Надо его искать по новой. Хотя, по-моему, он 100% где-то наверху. Хотя, может, курицы? Ну, точнее, ее сейчас пока нету. Что я главу не открыл. Может быть. Нет, Грааля здесь нету. Замок. В туалете его нет. Ладно, значит, наверху все-таки. Ой, слышу звук. Тут что ли? Да нет. Может, здесь? Что слышал звук. Да, я не ошибся, вот он. Ну все, понесли его на законное место. С мини-игрой. Вот я все ждал, когда мне выпадет это. Все, теперь там курица должна появиться, и как там в предыдущем обновлении было написано, теперь курица следит за едой. Вот сейчас и посмотрим. Так, что тут написано? Я думал, что еду в летний лагерь. Я здесь уже много дней, и я думаю, они солгали мне. Я не знаю, знали ли мои родители, куда они меня привезли, или они были частью этой редкой истории. Теперь это уже не имеет большого значения, хотя я скучаю по ним. Отец, мать, злая монахиня теперь моя единственная семья. Она делает все возможное, но она не знает, что такое любовь, с тех пор, как случилось это несчастье. Все. Идем назад. Сбегал я от нее. Так, стоять. Так. Вот она, комнатка с мини-игрой. Так, награды. За 100 баллов кусок маски, это я знаю. Сначала надо еще механизм запустить. Для этого нужна курица. И жрачка для нее. О, а вот и курица. А куда она идет? Еду ищет, небось. Понятно.
Ну, спасибо тебе, курица, ты мне указала путь к еде. Хотя, не, брошу-ка я тебя, все равно сейчас ты за едой пойдешь. Какой мне сейчас смысл тебя туда тащить? Да, я не ошибся. Вот. Мешки с кукурузой. Так. Нет. Чё-то мне не нравится. Далековато больно идти. Так что? А, или всё-таки? Нет. Потом ещё за курицей надо будет сюда идти всё равно. Лучше уж длинным путём. Эй. Опа, курица идет к нам. У нас же кукуруза. Да. Кар, все, раньше там курица только в курятнике была, и она там ходила. А теперь она идет туда, где еда находится. Да, умная. Вот, отлично, и за курицей не надо идти. Она сама за нами идет. Где там? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Заходим сюда. Опа. Все. Теперь ты отсюда не выйдешь. Так, интересно, она на двигатель сама запрыгнет. Так. Сюда кукурузу. Эй, нет, она назад пошла. Так, а ну-ка стоять, пернатая. Ты все равно не выйдешь, я дверь заблокировал. Давай, ешь. А мы постреляем. Эй. Так, надо попытаться набрать 100 очков. Блин, я теряю очки. Эй. Еще и лагает. Эй, стой. Так. Уже 50 очков, а времени мало. Блин, часики где? Часики... Часики. Есть. Эй, по часам. О. Есть, уже 80 очков. Нет, по часикам. Нет, 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 нет. Блин. Ну, всего 20 очков не хватило. Придется опять для курицы кукурузу нести. Я вернулся. Пробуем еще разик. Ну-ка. 20 очков у нас уже есть. Ой, время. Время нам дополнительное нужно.
меня есть 50 очков и чуть больше 20 секунд. А теперь уже 70 очков. И на этот раз 15 секунд. Ну-ну-ну-ну. Время. Эй, чё я никак не попаду? Промахиваюсь чё-то. О. О, дополнительное время. Давай. Ещё время. Да по времени-то стреляю. Блин, ну вот, ещё очков лишился. Сейчас бы я уже выиграл. Все, а теперь выиграл. Все, у меня 100 очков. Даже уже больше. Блин, ну че я время-то ловлю? У меня и так уже нужное количество очков есть. Все, все, сейчас. Ладно, сейчас нарочно проиграю. Потому что я уже набрал нужное количество очков. Покинуть. Так. Вот он, кусочек маски. Несем его теперь туда, где ему положено быть. Так. И в форму. Достижение получено. Глава комнаты с мини-игрой. Так, все, теперь вы можете искать следующий Грааль в школе. Поздравляем, вы собрали 4 из 6. Из 6 частей маски, прогресс сохранен. Ну все. Следующий Грааль и, соответственно, следующий кусок маски мы будем искать уже в следующий раз. Ну а на этом ролик подходит к концу.